Федерация и ее союзники полны желания отомстить за потерю Терокнор. Сенсоры дальнего обнаружения засекли неподалеку от нашей границы смешанный флот Федерации и Клингонской империи. Они надеются сохранить свое присутствие в тайне, скрыв корабли в зоне нового, быстро перемещающегося ионного шторма. Но в тот момент, когда они решатся начать вторжение, их флот встретит ваши корабли. Вы должны защитить сенсорные установки Доминиона от атак кораблей Федерации и Клингонской империи и не допустить их вторжения на территорию Кардасии. Ионный шторм ослабит действие сенсоров. Поэтому вам понадобятся корабли с хорошей системой визуального наблюдения. Одного линкора Джем-Хадаров, усиленного 3 боевыми крейсерами, должно быть более чем достаточно для того, чтобы противостоять жалкому флоту Федерации. Если нам удастся сорвать это вторжение, Федерация перейдет в оборону, и наша победа станет неизбежной. Но если в результате этой дерзкой атаки им удастся отвоевать себе плацдарм для вторжения, нет нужды говорить о том, что станет целью их следующего удара. Это ваш шанс сломить боевой дух Федерации. Не упустите его! Четвертая миссия Star Trek «Тень Доминиона», кампания за Доминион. Сердце бури. Перехватить десантные корабли Федерации, защитить сенсорные установки Доминиона. Так, нам нужно... Берем три вот этих вот военных крейсера. И четвертый, допустим, второклассник какой-нибудь. Третий классник. Военный крейсер — это уже четвертый класс. Ну вот, Ферракот — неплохой корабль. Снабжаем капитанами. Самыми дешевыми. И осталось у нас 4000 денег. Генераторы щитов не нужны нам, потому что в ионном поле щиты все равно не работают. Что такое ССП, я не знаю. Усовершенствованная ССП технология. Давайте их поставим. Недостаточно средств. Делим на две группы военный корабли. Военный крейсер Джем-Хадар. Создана первая группа. Вы... Направление подтверждено. Военный крейсер Джем-Хадар. Создана вторая группа. Так точно. Так, Акира. Поделили корабли на две группы. Обнаружен. Летим к сенсорам. Выбрана Паралет. Первая группа. Обнаружен. Выбрана первая так группа. Точно. Полный импульс. Паралет. Обнаружен. Так тип атаки подтвержден. Выбрана первая группа. Выбрана вторая группа. Выбрана первая группа. Выбрана вторая группа. Выбрана первая группа. Усиливаются носовые щиты. Выбрана вторая группа. Блять, этот залетел в ионный шторм, сука. Тип атаки подтвержден. Так, давайте тоже их подключим к этой атаке. Вражеский корабль уничтожен. Выбрана первая группа. Тип атаки выбрана подтвержден. Вторая группа. Полный импульс. Выбрана первая группа. Полный импульс. Вражеский корабль уничтожен. Атакуйте. Выбрана вторая группа. Блять, не туда летите, ребята. Тип атаки подтвержден. Выбрана тип атаки группа. Подтвержден. Так, с транспортники долбим быстро. Выбрана первая, выбрана вторая группа. Полный импульс. Вражеский корабль уничтожен. Выбрана вторая группа.
Выбран тип атаки подтвержден. Вражеский корабль уничтожен. Так, второй отряд. Выбрана вторая. Исполняю. Группа. Быстро на варп-движках защищать ионную установку. Выбрана первая группа. Так точно. Так, а этот в туманность перехватывает транспортники. Выбрана вторая группа. Видите, расстреливают нашу ионную установку. Тип атаки подтвержден. Полный импульс. Выбрана первая группа. Тип атаки подтвержден. Выбрана первая группа. Выбрана вторая группа. Вражеский корабль уничтожен. Направление подтверждено. Тип атаки подтвержден. Выбрана первая группа. Так, сенсоры мы защитили. Это последний корабль, который атакует. Вражеский корабль уничтожен. Так, теперь осталось добить вот этих вот грузовиков. Выбрана вторая Следую группа. Указанным координатам. Выбрана первая группа. Тут вон первая группа, их уже, в принципе, перехватывать должна сейчас. Выбрана первая группа. Так точно. Тип атаки подтвержден. Направление подтверждено. Надо перехватывать, пока рано. Сейчас сблизимся с ними. Выбрана вторая первая группа. Так, пора уже атаковать. А, ну в принципе он и так постреливает по ним. Тип атаки подтвержден. Запаниковали корабли, куда-то там свернули, это хорошо. Вражеский корабль уничтожен. Тип атаки подтвержден. Вражеский тип атаки уничтожен. Подтвержден. Так, ну, в принципе, все. Самое главное мы выполнили, перехватили транспортники, там последний остался. Выбрана вторая группа. Тип атаки. Причем мы на него идем с двух сторон. Там вторая группа к нему приближается. Он уже обречен. Кстати, вижу на карте вон еще пару паралетов. Акира летает. Ну, давайте сперва с грузовиком разберемся, потом займемся Акирой. Выбрана вторая группа. Тип атаки подтвержден. Выбрана первая группа. Выбрана вторая группа. Как он меня задолбал. Выбрана вторая группа. Выбрана первая группа. Вражеский корабль уничтожен. В принципе, выбрана все. Первая группа. Тип атаки подтвержден. Миссия уже выполнена, но мы сейчас добьем Акиру. Выбрана тип вторая атаки группа. Подтвержден. Выбрана первая тип атаки выбрана вторая. Блять, где остальные? Выбрана первая группа. Вот эти мудаки что не стреляют, я не пойму. Выбрана первая группа. Сейчас уничтожат мой корабль. Боевой крейсер Джем исполняет. Выбран.
уничтожить вражеский корабль. Уничтожили Акиру. Выбрана первая, выбрана вторая группа. Остался последний вражеский корабль. Где он там? Черт знает где. На другом конце карты, черт подери. Это очень далеко, друзья. Плюну я на него. Да, я на него плюну. На этом, пожалуй, и закончим. Вот таков итог миссии. Всем спасибо, всем пока.